So at Internet Society, we believe that internet is for everyone. And that's why we have taken more focus also to connect people in the rural areas and remote areas. And I think that the event today is extremely important because together with the regions, with government stakeholders, with private sector, we can think about ways to connect the people in rural areas. So we are very happy to support this as an organization and help the Kyrgyz regions to connect to the internet and to create also interesting services for the citizens in their rural areas so that internet can help them in their everyday lives. Как известно, вот, интернет сейчас является практически базовой потребностью для человека, такая же необходимость, как вода, электричество, там, другие услуги. И для того, чтобы страна могла экономически продвигаться вперед и расти, нужно обеспечить доступ в интернет. Если мы знаем, что в Бишкеке, в крупных городах страны с этим проблем нету, но очень большие трудности с интернетом у нас в сельских районах, отдаленных регионах. И зачастую, если мы хотим развивать страну в целом, то нужно фокус делать не только на городах, но и на сельских районах. Поэтому мы сегодня собрали такой круглый стол, где пригласили представителей и госсектора, и бизнеса, представителей местных сообществ, чтобы вместе обсудить идеи, как улучшить доступ в интернет в сельских районах. Также сюда приехали эксперты из разных стран, из Индии, из Европы, из Грузии, которые делятся своим опытом. Например, из Индии к нам приехал эксперт, который за последние 10 лет подключил около 1 000 000 жителей Индии к интернету. Из Грузии приехал эксперт, который сейчас развивает интернет в таком туристическом высокогорном районе, который известен всем нам по фильму «Мимино». Это вот район, где находится Тель-Ави. Коллеги из Мексики подсоединились и рассказали свой опыт, как они из подручных материалов создали интернет-передатчики для школ в районах, где практически нет никакой связи. Но они, тем не менее, благодаря их усилиям подсоединяются к новым технологиям. И мы надеемся, что вот благодаря вот такого рода дискуссиям ситуация с интернет у нас будет быстро улучшаться, и жители в сельских районах, например, им не надо будет куда-то уезжать в поисках работы, да, потому что доступ в интернет, он открывает новые возможности, как и в плане бизнеса, так и в плане здравоохранения, образования, доступа к государственным услугам. Например, если они что-то производят у себя в селе, уже они посредством онлайн-торговых площадок могут свои товары продавать на национальном уровне или даже на глобальном уровне. Поэтому это вот очень большая возможность, и нужно все вот эти действующие, существующие проблемы решить, чтобы предоставить эту возможность нашим жителям в сельских регионах. В этом форуме, я думаю, что он действительно он очень нужный, поднимает актуальный вопрос именно для Кыргызстана, потому что вопрос решения последней мили, он очень важен, потому что много сказали о том, что весь Кыргызстан покрыт оптикой, но бывает такое, что эта оптика проходит мимо больших, крупных населенных пунктов, а те люди, которые живут чуть-чуть в удалении, они страдают от того, что нет возможности войти в социальную сеть, интернет. Но думаю, что те простые решения, которые они говорят, что если хорошо это популяризировать и народ начнет этим пользоваться, то уровень проникновения интернета, интернетизация Кыргызстана гораздо будет лучше. А то, как мы будем это использовать, это уже вопрос второй, потому что я думаю о том, что и культура потребления трафика – это не самое последнее. То есть в России вводят запреты на такие взрослые сайты, да, 18+. Мне кажется, что такие вещи тоже нужно вводить. У нас тоже у своих уже становится такое, что дети появляются, начинают думать о будущем. И просто всех обеспечить интернетом и не контролировать – это тоже очень плохо. Потому что я начал замечать, что некоторые сайты начали блокировать нашими правовыми органами. То есть такие, как экстремистские сайты, я не могу попасть. Ну, нужно использовать некоторые инструменты. Для общества это тоже очень важно, потому что через интернет мы не только общаемся, но и делаем дела.
за счет интернета мы можем продавать даже свой товар, сидя у себя дома, не только в Бишкеке или там на юг, мы можем в Россию торговать. Я думаю, что через интернет мы можем открыть второй шелковый путь, потому что Китай продает не через таможню, он продает через Алиэкспресс. Будет хороший интернет везде, думаю, что мы можем продать нашу культуру, нашу природу и тем самым привлечь больше инвестиций, больше денег для Кыргызстана. Спасибо. Кыргызское отделение интернет-общества совместно с головным интернет-обществом сегодня проводит семинар на тему создания доступа в удаленных и сельских местностях путем проведения беспроводного интернета. И нашей целью является показание простых, бережливых технологий, которые бы позволили бы обеспечить доступным высокоскоростным интернетом жителей небольших поселков, сел численностью до несколько тысяч человек интернетом, и который будет в разы дешевле, чем если бы в это село тянуть оптоволокно. На сегодняшний день многие поселки не обеспечены интернетом, потому что туда экономически нерентабельно не тянуть оптоволоконные сеть, линии, не проводить сотовый мобильный интернет там 3G или 4G технологиями. И мы стараемся, и мы там, на тех территориях, где экономически нерентабельно проводить привычные нам технологии, мы предлагаем более бережливые беспроводные технологии, которые могли бы уже на имеющейся инфраструктуре путем небольших вложений обеспечить эти села достаточно качественным интернетом. И мы постарались это привести, и эта ценность есть не только для населенных пунктов, но также для определенных туристических местностей, для тех мест, где есть исторические достопримечательности, где важно не только самим пользоваться интернетом, но и обеспечивать своих гостей, туристов постоянной коммуникации, постоянной связи с внешним миром. Я уверен, что итогом данной семинара будет то, что мы выработаем определенный план действий о том, где и в каких районах Кыргызстана мы могли бы такой интернет провести и сколько бы это обошлось. В рамках Кыргызского отделения интернет-общества у нас есть небольшие средства для того, чтобы реализовать пилотные проекты и продемонстрировать, насколько это легко, просто и не требует какой-либо помощи и поддержку со стороны государственных органов. Достаточная инициатива местного сообщества, поддержка Айыл Өкмөтү для того, чтобы у них уже за 3-6 месяцев появился интернет у всех сельчан, жителей. Все. Бул форум негизинде мындай бизге биздин талапка керектүү нерсе азыркы учургач анткени интернетти бизде колдонгондо ошо интернет колдонуунун да бир маданиятын үйрөнүшүбүз керек да. Анткени интернет дегенде биздин жаштар көбүнчө эле ар кандай сайттарга кирип алып эле билим берүүдүн же болбосо өзүнө керектүү сайттарга карабайт да. Ал үчүн ошол интернетке атайын доступ ачып берген мекемелер ошол атайын окутуу жагында караш керек да. Эмени көрдүк, мисал катары Грузиянын эмесин, анан Индиянын. А Грузия ошо бизге окшоп тоолуу райондордо интернетти элге кантип жеткирүү керек? Бул жагынан алардан үйрөнө турган нерселер бар экен. Индияны болсо аларда да ошо жанагы кичинекей эл жашаган интернет доступ жок жерлерге кантип интернетти жана мобилдүү интернет машине менен жүрүп ошондой интернет, бул жагынан да ала турган мындай үйрөнө турган нерсе бар экен. Добрый день, меня зовут Азиз Абакиров. Я представляю Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения услуг. Мы, разработчики программного обеспечения услуг, нуждаемся в интернете. У нас слоган «Жить в Кыргызстане и работать на весь мир». Мы делаем программное обеспечение, наши компании экспортируют свой интеллектуальный труд на дальние зарубежья, также на ближние зарубежья. И мы хотим жить здесь, в Кыргызстане. Мы создали парк высоких технологий в 2011 году. С 2013 года он у нас работает. И сейчас необходимость есть в том, что некоторые наши разработчики работают удаленно. То есть режим парка высоких технологий предусматривает экстерриториальность. Мы можем сидеть в Баткене, в Лейлеке, в Караколе,
в Нарыне, в Атбаши, в Кемине, в Бурулдае, везде, по всему Кыргызстану, весь Кыргызстан стал парком Сортикова. В связи с этим вот сегодня тема, это вообще вот это общество, интернет-сосайти, интернет-общество и наш кыргызский чаптер, он проводит очень важную работу. И сегодняшняя тема говорит об этом. Тема – это создание доступа в удаленных и сельских районах. Нам нужно, чтобы каждый город, нам нужно, чтобы в каждом селе был высококачественный интернет, чтобы мы могли жить здесь, в Кыргызстане, и работать со всем миром. Спасибо. Окей, я представляю ассоциацию малых и средних операторов Грузии и являюсь директором проекта, который осуществляется отключение регионов к интернету, то есть в частности сейчас говорится о Тушетии, который мы делаем вместе с помощью интернет-сосайти, то есть сообщества интернета Айсоков. Что можно сказать? Было очень интересно. Самое главное, что, понятное дело, в горах и у нас, и у вас общество без интернета. Так что эти люди, надо как-то им помочь, надо создать возможность того, чтобы эти люди на месте имели возможность развиваться, расти своих детей, получать информацию, развлечься и так далее, и так далее. Так что я думаю, что этот проект очень важен для Кыргызстана, для горного населения, для этих людей и для того, чтобы помочь им развиваться и так далее. Yeah, hi, my name is Osama Manzar from Digital Empowerment Foundation. We are based in India and work all over India in terms of connecting and providing access to internet in remote areas and rural areas. I'm here in Kyrgyzstan to see how possibly we can replicate the model of connecting the masses and connecting the unconnected in difficult areas of Kyrgyzstan who live in remote areas, who do not have internet, do not have access. I realize that in 437 of Aylakmut, there are not many internet users in those village councils. And the idea is that we are talking to the chief of staff of the president and the new plan that the government want a smart nation, that how to provide connectivity to the remote areas, to the people. It's good to know that Kyrgyz government is very open in planning to provide connectivity and access and government services to the remote areas, to the people who live in remote areas, who are mostly agriculturists. We are trying to figure out how this entire technology, alternative technology, wireless technology, use of unlicensed and free spectrum can really provide the connectivity to the people who are unconnected. Сегодняшний форум, который был организован ISEC, очень интересен действительно, потому как перед страной, возможно, или перед государством, органами стоит определенная задача, чтобы обеспечить села доступным интернетом. Но качество, также доступность в плане скорости, будет ли какова, это будет уже время покажет. И здесь мысль надвигается на то, что кто будет заказчиком, кто будет исполнителем и, соответственно, предмет. То есть это будет абонент или же провайдерская компания, ну, имеется в виду доступность интернета, или же как это все будет выглядеть. Наверное, уже во второй части этого форума уже будет понятно, кто будет это все-таки делать, и потом уже можем сказать, насколько это будет эффективно в процессе того, что частная сторона, государственная сторона и, соответственно, сами абоненты заинтересованы ли в том, что получать будут ли они именно тот интернет, который они желают.